В гимназии номер 2 шумно и весело. Там открылась летняя смена для детей 10-11 лет. Лагерь нацелен на тех, кто в этом году планирует поступать в гимназию. Поэтому организаторы решили заранее познакомить ребят друг с другом, чтобы дети сплотились и смогли узнать новых одноклассников получше. У нас профиль лагеря лингвистический, что предполагает изучение английского, русского и французского языков. И такая генеральная идея – путешествие по странам мира на летнем экспрессе и знакомство с традициями, культурой разных стран, ну, в том числе и России. На протяжении всей смены ребята будут принимать участие в интерактивных играх, тренингах, ходить в бассейны и создавать видео, которые в конце смены они покажут преподавателям. Параллельно с летней сменой «Планета детства» свои двери распахнула и летняя лингвистическая школа. В этом году в ней обучаются ребята с 5 по 7 класс. В течение 2 или 3 недель проходят у детей занятия. В этом году они проходят с 29 мая по 9 июня. Это 3 занятия в день. Они обычно проводятся в нестандартной форме. А с ними мы занимаемся аудированием, чтением, говорением, письмом, подготовкой к международным экзаменам. И поем, и танцуем, то есть разнообразные активности, так, чтобы детям было интересно, но и одновременно полезно. По словам Андрея Дегтярева, такие занятия дают детям хорошее владение английским языком, а также охват тем, которые отсутствуют в учебной программе. На занятиях дети смогут раскрепоститься и побольше общаться на иностранном языке. Я еще хотела сюда пойти в прошлом году, потому что это возможность улучшить свой английский, а также улучшить навыки русского языка, например, узнать о просторечиях, о старинных словах. Сейчас ребята обучаются по программе международных экзаменов. Многие из учеников удивились этому формату. Но педагогам не привыкать обучать детей чему-то полезному. Например, на одном из занятий школьники попробуют составить комиксы на английском языке. Ирина Вышегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.